вот они, герои нашего времени. Алексей Иванович, Андрей Евгеньевич, Ярослав Петрович. Мы люди скромные, на метро нам проще и быстрее. Ну и песни нужны. Песни нужны, нужны правильные песни. Вот это сейчас правильная песня играет. Журавли? Да, такая. Со смыслом. Сколько их уже улетело, ученых, да, в мир иной? Журавлей, сколько мы проводили? Сотни уже, наверное, точно. Какой-то в интернете. Виктор, а вы найдете меня, Виктор Кадорин. Вот телефон Виктор Кадорин. Виктор Кадорин. Кадорин. А своя поэзия есть у вас? Кто? Своя поэзия есть? Конечно. Поете свою поэзию? Конечно. А можете спеть свою поэзию? Нет, рассказать только сейчас. Давайте на секунду. Давайте. Пуля горячая в поле летела, встретила пуля горячее тело, тело живое, а пуля свинцова, мертвое было сильнее живого. Вместе на землю сырую упали, вместе они на земле остывали. Ахнула с неба звезда, ступилась, к телу горячей слезой покатилась.
вспыхнула ярко над ним и застыла обыкновенным крестом над могилой. Крест деревянный у брода стоит, а под крестом добрый молодец спит. Примерно так. Круто? Круто. А есть такое, чтобы вот объединить всех землян на планете, образ будущего, счастливый образ будущего для всех? Сейчас. А, для всех? Да. Сейчас. А, я вот еще такое. Ну, вот примерно так. Я все еще верю в людскую сердечность, в отзывчивость вашу, в ее бесконечность. Да. Моя тональность – оптимизм. Прекрасно, я посмотрю. Путина поздравления надо? Давай, очень теперь, круто. Давай. Владимир Владимирович, честное слово, радость жизни вернули нам снова. Руки и сердце дарите людям. Ваше добро никогда не забудем. Глазами вашими глядит сама Россия. Светло, оптимистически, красиво. Руками вашими и сердцем и душой энергию тепла, добра, любви несете в мир большой. Уверен я в могучей нашей силе, в бездонности, в безбрежности ее мы черпаем достоинство свое. О, Русь, великая для нас страна! Нам без тебя ничтожная цена. Прекрасно. Так, я уже ответ даже получил. Да? Хотел денег, ну нифига не дали. Что сказали? Да, нет, я на камеру не буду говорить. Ну, давайте познакомимся и будем общаться. Вы просто отчет. Я вначале с дури отдавал листы, потом думаю, так они же могли их щелкнуть. Ну зачем? Зачем это надо было делать, а? Ну, конечно. Зачем это надо было? Сейчас оно должно быть здесь у меня. Ночь. А, вот следующая песня. У меня, я на Путина хотел переделать. Спи, Владимир Владимирович, отдыхай. Завтра день боевой. Спи, наш родной, так и знай. Вся Россия с тобой. И миллион людей повторит. Вся Россия с тобой. Крутяк? Да. А некоторые говорят, что ты там, да тебя повяжут там. Так он нормальный, это спортсмен. Для меня он спортсмен. Я с ним 3 раза общался. У меня, может, даже и здесь фотки с ним есть. Серьезно, я 3 раза с ним общался. За руку его водил по сцене. Он говорит, отпустите мою руку. Я говорю, зачем? Ага, отработаем. Заслуженный фотограф. Вот, смотрите, вот они пошли. Сейчас. Вот они пошли сейчас. Ну, а вы сами А кто читать-то будет? Нет, подождите. Вы дома. Это просто материал я вам. А-а-а. Мы пригласим навороченного артиста. Он будет читать мои гениальные стихи, а я буду петь гениально. Понимаете? Это меня сфотографировать тогда надо. А у вас есть это? Ну, да, я знаю. Это я вам даю для того, что я мастер. Мне однажды директор земного шара сказал, ты никогда не будешь поэтом, ты просто будешь хорошим писарем. Я в армии карты подписывал. Да, все, снял. Да. Есть, смотрите. Вы просто почитаете, немножко охренеете. Скажет, Господи, где я его это? Да, есть. А я с дури листы. Вот это холостяцкое будет это.
Ой, вы губки челки. Не надо, это сейчас я дам. Ой, вы губки челки, ой, вы пташки пчелки, ой, вы палки елки, все вы телки, волки. Ну такая, такая тоже на всякий случай. Да, есть. Ага. Есть, да? Да. Сейчас. Я эту землю обнимаю. О, это супер. А по небу, так, небо голубое, а по небу птицы, то над полем боя воронье кружится, ждут свою добычу, а по полю кони безнадежно тычут в мертвые ладони. Про, это про певца, это про этого, ну, казака, казака. Я и подготовлюсь и принесу вам эту книгу «Тайная власть голоса». Вы там черпнете ведер 10. Песня «Каторжанина» это пока не надо. Нет, ну пока. Пока. Может, пока. Может потом и пригодится. Да, да, да. Вот. Ой, так. Ой, да ты, да доля моя горькая. Ой, да тебя вынесу, да сколько я. Ой, нет, не это. Ой, да ты, да буйна головушка, ни словца в тебе, да не полсловушка. Что ж тобой все позабыто, потому что бито. Угу. Вот, смотрите, это чрезвычайных ситуаций. Вот это уже записано, уже музыки миллион миллионов. Значит, вот вы это отщелкните, мы как прикованы к кресту, быть днем и ночью на посту. Где только не был, у заместителей Шойгу, у всех министров. Угу. Ну, это пока, это да, вы, да, да. На досуге. Хорошо. На досуге, да. А это наш, наш документ. Без, если у вас этого документа не будет, вас повяжут просто здесь. А, ну, ну он там есть этот. Я понял, понял. Код, код наш. Да, у каждого да, да. свой код. Да, да, да. В общем, подходит сотрудник. Да, в общем, смотрите. Да. Виктор Ходорин, «Музыка в метро». Хорошо. Все, ну можно я запишу еще одну песню, которую вы споете? Ну, ту же, я объясню, в чем дело. Я эту песню пою, я ведь каждый день пою, чтобы, извиняюсь, не пишите там. Надо? Нет, нет.